Запрет выхода на лед введен практически во всех районах страны. Но несмотря на это, любители зимней рыбалки продолжают проверять кристальную поверхность, а заодно и свою жизнь на прочность. Сегодня утром в Чашникском районе Витебской области произошла трагедия. Погиб мужчина. Подобные сообщения с приходом плюсовой температуры все чаще появляются в новостных лентах. Представители ОСВОД сейчас активизировали рейды на акваториях. О тонкостях зимнего хобби весной материал Александры Кавелич. Это утренние кадры из Чашникского района. В 80 метрах от берега двое мужчин. Найти место для рыбалки они не успели. Зимнее хобби обернулось спасательной операцией. В итоге вытащить из ледяной воды живым удалось лишь одного. Выход на лед крайне небезопасен. На сегодняшний день больше половины районов области принято решение исполкомов о запрете выхода на лед именно сейчас, в этот весенний период. Поэтому по остальным, в принципе, решение вот уже готовится и должно быть в ближайшее время быть принято. Весеннюю рыбалку наверняка запомнит и герои этого видео. Мужчины дрейфовали на льдине посреди Чижовского водохранилища в столице. Хотя рыбачить начали у берега. После того, как температура воздуха изменилась, потеплела, кусок льдины приблизительно 300 на 70 откололся и начал отплывать от берега. По выходу на лед рыбаки сказали о том, что лед достаточно был толстый, около 13 сантиметров. Но все же даже при такой толщине льда льдина смогла отколоться. Незапланированным заплывом сегодня завершилась и прогулка жителя Жодина. Мужчина решил перейти реку и практически сразу оказался подо льдом. Чуть позже в больнице. Спасатели подоспели вовремя. Из-за плюсовой температуры и особенно после дождя лед становится рыхлым и очень быстро истончается. Причем нередко это происходит буквально за несколько часов. А тогда зимнее развлечение вмиг становится смертельно опасным. Чтобы избежать таких ситуаций, в большинстве регионов Беларуси сейчас введен запрет на выход на лед. Толщина льда минимальная, лед разрушается. Выходить на лед категорически не рекомендуется, чтобы не происходило никаких несчастных случаев. Еще раз хочу обратить внимание, не выходите на лед, ни рыбаки, ни люди, которые хотят покормить лебедей, птичек, которые прилетают. Будьте внимательны. Весенняя сводка практически каждый день пополняется новыми трагичными фактами. А поэтому спасатели в режиме нон-стоп проводят профилактические рейды и внимательно следят за ситуацией на водоемах. Еще раз напоминают о всех тонкостях экстремального хобби. Александра Кавелич, Марина Романовская и Максим Кураш. Агентство теленовостей.